Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, пламенный всем. Привет, это программа «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна ФМ». И, конечно, без гостей здесь не обходится. У нас сегодня чудесная и замечательная абсолютно российская оперная певица, финалистка шоу «Голос», заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса, посол чемпионата мира по футболу 2018 Ильмира Калимуллина. Ну вот теперь бурдоваться. Ура! Добрый Ильмирочка, день! Привет! Привет! Очень рада тебя видеть. Спасибо тебе огромное, что ты в своем очень уже насыщенном таком графике конечно, нашла время. Нам масса есть о чем сегодня поговорить. Во-первых, тебе хочется сказать большое спасибо за очень красивый клип «Будда». Спасибо огромное. Он вот с недавних пор украшает наш эфир. А я безумно счастлива видеть его на вашем телерадиоканале, поэтому у меня мурашки шли по коже. Спасибо вам огромное, и я очень рада, что я сегодня у вас в гостях. Я, конечно, сразу, пока мы далеко не убежали от этого клипа, хочу, чтобы ты нам рассказала, потому что там очень красивая, такая серьезная история, связанная со съемками этого клипа. Съемки проходили в Исландии, правда? Да, в каком-то уникальном местечке там. Съемки, да, действительно проходили в Исландии. Песню написал прекрасный, талантливый композитор Артем Михаенкин. Это были волшебные съемки, первые в моей жизни такие масштабные. Мы поехали с нашей небольшой группой. Первый день была такая некая экспедиция. Мы разведали обстановку, как там остров поживает. То есть точных мест съемок еще не было обозначено? Мы обозначили их на карте. Так как сейчас есть интернет. Да, мы все посмотрели, какая будет погода. Специально день выбрали для того, чтобы посмотреть локации. Вдохновились еще больше. И уже на следующий день, начиная с 3 часов утра, мы двинулись в путь. Потому что там очень короткий световой день. 4 часа вечера уже. Точнее, у нас 4 часа дня, а у них уже 4 часа вечера. И нам пришлось там не сладко. Потому что еще и погода меняется, да, очень часто? Да, суровые исландские погодные условия. Ветер сдувал меня просто... во все стороны, меня тормошило. А как красиво в итоге получилось. Да. Спасибо ветру. Да, спасибо огромное, что не сдул. И, кстати, у нас на съемках так случилось, что арендованная машина, наш небольшой пикапчик, у него даже от силы ветра оторвало дверь. Господи, так это вот опасности вас просто поджидали на каждом шагу? Опасности поджидали, и еще был путь серпантина. Но адреналина нам хватило на целый год вперед. Ну, и Исландии удалось посмотреть, то два в одном, я так понимаю. Да, природа, конечно, потрясающая, и очень какие-то непонятные, знаешь, ощущения, когда ты находишься в том месте, где снимались «Игры престолов». Да, да, да. Где снимались, вот у меня из головы вылетело, «Властелины колец». Точно. И это действительно очень волшебная природа, и, знаешь, вот эта стихия океана, она настолько заряжает, что, несмотря на суровые погодные условия, столько было сил, столько было эмоций, радости. Ну, а теперь, когда ты задумаешь снимать следующий клип, скажи, как ты думаешь, ты сможешь ограничить себя, я не знаю, какой-то просто студией для съемок или, может быть, какой-то квартирой? Или теперь твоя душа потребует опять куда-то отправиться? Ну, я думаю, что все зависит, наверное, от состояния души, еще от состояния того, как мы... что мы вообще придумаем, чего мы хотим. Потому что даже на студийке где-то можно сделать очень красивые кадры. Да, это правда. И подтверждений тому масса, конечно. Ну, я так поняла, что, значит, пока у тебя в планах нет снимать клип. Пока вообще все хочется, на самом деле. Планов очень много, понятно. Да, потому что съемки для меня это сейчас стал совершенно другой мир. Я теперь уже понимаю, что такое кино. И мне посчастливилось, я прошла кастинг на... Не знаю, правильно ли я иду по сценарию. Все прекрасно. Ты идешь великолепно и, кстати, надо сказать, действительно очень органично. Спасибо. Да, сейчас тогда давай я расскажу про то, да, что весной, конечно, на Первом канале состоится премьера сериала, правильно? «Золотая Орда». И Ильмира там снялась во всех сериях. Как правильно называется эта роль? Главное сюжетообразующее. Как зовут твою героиню? Героиню зовут Зейнеп. Она подруга и прислужница любимой жены Хана. У нас там любовный треугольник. Ох, как непросто ей. Очень она добрая, справедливая. Видно, что ты очень любишь свою героиню. Мы с ней подружились. Да. А иначе никак.
Иначе ты не сможешь вжиться на 100% в роли, полюбить, во-первых, ее. И несмотря на то, что когда я читала сценарий, я с какими-то вещами была, ну, не согласна, чисто по-человечески. Так, но я внести подумала, изменения уже было невозможно. Да нет, что вы. И я тем более думаю так, раз она у меня такая, значит, нам нужно с ней подружиться. Я ее должна полюбить, чтобы у нас все с ней получилось. И я действительно ее поняла, почему она поступает так или иначе. Я поняла, почему она жертвует своей любовью, благодаря, точнее, для того, чтобы настоящие чувства двух любимых сердец все-таки прошли сквозь все беды и невзгоды. Ну, вообще, очень жалостливая история. Скажи, пожалуйста, ну хотя бы финал там у твоей героини в этом сериале, он хороший? Я могу сказать, что там такое хорошее продолжение, что будет второй сезон. Да ты что? Да. Ну, вот это очень круто. Ну, давай теперь расскажем о том, как ты попала в этот сериал, потому что, ну, ты же по образованию оперная певица, правильно? Да. Плюс ко всему, у тебя есть еще второе образование. Экономическое. Экономическое образование, да. Ну, никак, в общем, актерство там не намечалось. Да, профессионального актерского образования у меня нету, но в консерватории были какие-то предметы, допустим, актерское мастерство, ну, конечно, сцена да. речи. У нас был музыкальный спектакль, но это немножечко другая история. Я помню прекрасно тот момент, когда мне дали отрывок из «Укрощения строптивой». И я поняла, что это очень-очень все непросто, что ко всему нужно подходить с умом. И спокойно разбирать роль, понимать, что такое. Это работа, большая да. работа, конечно. Это большая работа, это ремесло, и не зря люди учатся столько лет в театральных училищах, набираются опыта на театральных сценах. И мир кино, он совершенно другой, потому что я попробовала себя в музыкальном спектакле Константина Юрьевича Хабенского. «Маугли», да? Это «Маугли», была да, «Поколение Маугли». Это было в Казани, потом это перенеслось на Москву и вообще по всем 8 странам. О, как я сказала, странно. Может быть, значит, так и будет. По 8 городам России у Константина Юрьевича есть его творческие студии. Здесь детками занимаются как раз-таки актерским мастерством. Развиваются со всех сторон, так скажем. И вот «Поколение Маугли» был тот спектакль, который являлся отчетным о проделанной работе. Ну, там у тебя тоже потрясающая роль. Багира. Да. Прекрасная. Да. Точнее, мне кажется, было не подобрать. Помню. А ты знаешь, по сценарию как раз-таки Багира там не очень-то и покладистая. И не очень, так скажем, женственная. Больше она такая хищница. Пацанка, хищница, девушка, которая росла в трущобах и смогла выжить, и самое главное, сохранить свои принципы, что есть добро, есть любовь, есть радость. Ну, в общем, уже можно сказать, что у тебя актерский опыт есть. Актерский опыт сейчас, на данный момент, есть в кино. И ты готова к предложению? Готова! Господа режиссеры, пожалуйста. Ну, мы, конечно, очень ждем весну. Мне очень любопытно посмотреть этот сериал. Я знаю, что уже прошел на фестивале мусульманского кино, да, какая-то презентация. У нас была, да, вместе с Рубеном Дердишаном. Мы презентовали «Золотую Орду». И было очень приятно, что в кинотеатре не было свободных мест, у нас был переаншлаг. Мы, правда, показали такие мини-фильмики, фрагменты, да, фрагменты. Mm-hmm. Полноценной серии у нас на данный момент не удалось нам показать, но тоже по своим стратегическим соображениям. Это хорошо, иначе бы это все распространилось быстренько. Конечно. Конечно. И было очень много отзывов, но самое главное, что зал ждал с нетерпением, и после презентации сказали, что терпением ждут весну. Отлично, друзья. Мы продолжим общаться с Эльмирой Калимуллиной. Оставайтесь с нами, прервемся совсем ненадолго. Лучшее в стране. Программа «Лучшая в стране» в эфире телерадиоканала «Страна-ФМ». У нас сегодня в гостях Эльмира Калимуллина, российская оперная певица, финалистка проекта «Голос», актриса, заслуженная артистка Республики Татарстан, посол чемпионата мира по футболу 2018. Ну, все больше и больше регалий. Мы, знаете, что стали говорить вот до ухода на небольшой перерыв про сериал «Золотая Орда», который начнется в эфире Первого канала, пройдет весной будущего года, да. Получается уже, где снялась Эльмира. Эльмир, как ты попала в этот фильм? Давай мы... расскажи нам, пожалуйста, очень хочется узнать. Это было очень интересно. В прошлом году весной мы делали тур по Татарстану концертный с сольной моей программой. И 31 марта, я помню, что
я это никогда не забуду. Как раз я готовилась к самому финальному концерту, который был в «Пирамиде». И я пошла искать себе платья. И тут звонит мне, значит, мой директор Анна Михайловна, говорит: «Пожалуйста, сядь». Я говорю: «Анечка, вот времени вообще нет, если честно». Он говорит: «Я тебя очень прошу, сядь». Ладно, хорошо. Я говорю: «Вообще-то я платье мерю». Да, и она говорит: «Тебя пригласили на кастинг «Золотой Орды». Я так пищала, я так визжала от радости. Во-первых, я не могла понять, откуда вообще ноги растут. Потому что нет меня ни в одной картотеке. Я нигде ни с кем из агентов не знакома. Но потом, когда мы приехали уже в Москву, я пришла на кастинг, и мы поняли, что просто агенты очень искали кастинг-директора, новые лица, и решили попробовать, увидели, что у меня есть все-таки опыт. Мне очень приятно, что они меня заметили. И вот сквозь несколько этапов я прошла на пробы, и мне дали роль Зейнеп. Сложно ли тебе было, скажи, сниматься? Мне было сложно. Особенно я помню свой первый съемочный день. Хотя я готовилась, очень готовилась. Понятно, текст весь выучен, все уже отрепетировано. Дело даже не в тексте, знаешь. Дело, я же говорю, чтобы вжиться в роль, чтобы понять, что она настолько с тобой органична, что тебе ничего не мешает, что ты совсем соглашаешься, ты все оправдываешь в этой героине. Да. И я готовилась усиленно, занималась актерским мастерством. И вот этот первый съемочный день... Называется «Перестаралась». Я ничего не поняла. Стоит вот это вот, ну, понятное дело, хлопушка. Потом это пенка для света. На тебя сразу же направлена камера. Ты не видишь своего партнера. Mm-hmm. Ты говоришь сам с собой, вещаешь какие-то еще эмоции, нужно чистые свои, неподдельные показывать. Первый день съемочный прошел. Мне никто ничего не сказал, хорошо или плохо, я привыкла, что в консерватории говорят: «Так, вот это молодец, вот это плохо». Да, сразу ошибочки указали. Но ты забираешь, уходишь, занимаешься. А тут ничего не понятно. Мне хотелось разрыдаться, думаю, все плохо, это не мое. Я больше не вообще, это все ошибка. А потом оказалось, что Тимур Алпатов, это наш режиссер, у него просто такая методика. Если он ничего не говорит... Это значит хорошо. Все туда. Значит, все нормально. Вот такой у меня был первый съемочный день. Но я очень благодарна всем своим партнерам по площадке, потому что они меня так поддерживали. И, знаешь, я боялась, что будет какая-то конкуренция. Но очень много мы слышим о том, что актеры, актрисы недолюбливают друг друга, и на площадке очень тяжело ощутить вот это единение. А тут мы были как одна семья, и мы до сих пор продолжаем общаться, уже составляем там в Фейсбуке какие-то свои группы, чтобы встретиться. И мы всегда знаем, у кого что происходит. Это очень здорово. Да, это прекрасно. Но я тебе хочу искренне пожелать, чтобы дальше тебя ждали еще более интересные роли. Спасибо большое. Я думаю, конечно, тем более после весеннего показа так должно все обязательно случиться. Давай мы теперь с тобой расскажем о том, что ты в качестве посла у нас еще чемпионата мира по футболу 2018. И надо сказать, что это не первая далеко роль твоя в качестве посла. До этого была и универсиада, и чемпионат мира по водным видам спорта, да, и по хоккею с мячом, и Кубок конфедерации, в общем, и так далее, и тому подобное. Сказать по правде, значит, ты прекрасно знаешь, что нужно от тебя. И уже прекрасно, да, справляешься с этой ролью. Я очень рада, что я оправдала надежды, потому что первое мое такое вхождение в роль посла, как раз-таки это была Универсиада 2013 в Казани. И, видимо, я себя хорошо проявила, что меня так активно начинают приглашать. Я вхожу в списки, меня выбирают, отбирают. Это очень приятно. И я вообще с гордостью представляю Татарстан, Россию. И я бы хотела, чтобы вообще о чемпионате мира по футболу, который проходит у нас в России, будет в 2018. В том числе и в Казани, конечно. И в том числе и в Казани. Да. Это, ну, масштабнейшее действие, которое мы с нетерпением все ждем. Это очень важное событие в жизни России. Естественно, вот сейчас, в моей Казани. Прям истинный, да, посол, да, говорит. Но это правда красиво, очень важно. Очень искренне. Но ты, оказывается, любишь футбол искренне.
Я искренне люблю даже футбол. Даже есть какой-то год обозначенный, 1998 год. Все верно. Что случилось? Когда на чемпионате мира по футболу выиграла Франция, это мой первый футбольный матч, который я смотрела вместе с папой и с братом. И я поняла, что... Там был какой-то красивый торжественный поход. Мужчины твои все вырядились, нет, мы да? просто сидели дома, да? пили чай с молоком и смотрели на футбол. Просто я поняла, что футбол — это не просто, когда люди надели форму мужчины и бегают за мячом. Это стратегия, это колоссальный труд. И я помню, когда кубок получил Зидан, что же за мужчина? Да красавец. И вот с этого момента началась моя любовь. Знал бы Зидан, мне кажется. Ох, он бы равнодушным не остался, конечно, к таким словам. Ну и ведь теперь, значит, все сложилось вполне себе логично. И кто бы мог подумать тогда, в 98-м году, мне было 10 лет. Боже мой, сейчас все узнали, сколько мне лет. Да, все уже стали считать, конечно. Что жизнь так сложится, и я смогу представлять, как Казань и Россию вот на таком масштабном мероприятии. И вот буквально твоя совсем вот только что закончившаяся поездка в Берлин, да, она, по-моему, тоже отчасти была связана в том числе и с чемпионатом. Вы знаете, но там больше был, конечно, концерт, не посвященный чемпионату, просто я как посол. Конечно. В первую очередь всех приглашаю в Россию, чтобы приезжали, смотрели прекрасный футбол, наслаждались игрой, вот этим вот духом объединения. И, ну, в Германии... Я, кстати, болела за Германию на Кубке Конфедерации. Вот, поэтому мне было очень приятно быть в Берлине. Но если касается команд наших российских да. футбольных, ты за какую болеешь? Я болею за «Зенит». Ну, разумеется. Странный вопрос. Почему? Кто-то болеет за «Спартак», кто-то за «ЦСКА». Друзья, мы продолжим общаться с Эльмирой и еще много чего интересного узнаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. В эфире телерадиоканал «Страна FM», программа «Лучшая в стране». «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна FM». Программа «Лучшая в стране» продолжается. Друзья, у нас сегодня в гостях Эльмира Калимуллина, оперная певица, финалистка шоу «Голос». Хочу специально все зачитывать обязательно. И все твои регалии, звания. Заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса и посол чемпионата мира по футболу 2018. Эльмирочка, скажи, пожалуйста, как футболисты клуба «Рубин» тебя восприняли в качестве вот посла чемпионата мира по футболу? Да, я буквально, мы тут прервались на небольшую... музыкальную паузу, да. И вообще самый, конечно, любимый мой клуб — это, естественно, «Рубин». Во-первых, как и для нас... всех жителей Татарстана, разумеется. Да, у нас еще с ними такая тесная связь. Дело в том, что когда начинались матчи, это было, наверное, 4 года назад, еще тогда можно было петь вживую гимны России и Республики Татарстан перед матчем. И так случалось, что когда меня приглашали, я не знаю, то ли это случайность, то ли действительно какая-то магия у нас свершилась. Они всегда выигрывали. Да что ты? Всегда. Это талисман сборной. И потом меня даже выцепили. Как раз у нас была передача флага от Барселоны России по чемпионату мира по водным видам спорта. И я помню, что меня выцепили оттуда специально, чтобы я спела гимн Российской Федерации и Республики Татарстан. Я прилетела буквально на 2 часа, честное слово. И они выиграли. Ну, это правда, какая-то мистика. Я даже думала, может быть, они меня на ставку возьмут. Но пока предложение не поступало. Нет, я просто за них очень сильно переживаю, я за них болею, и я очень верю в нашу команду. Эльмирочка, ты знаешь, ты вообще удивительный, конечно, человек, еще и потому, что ты, мне кажется, единственный посол чемпионата мира по футболу 2018 в мире, который за наших футболистов будет молиться. Мне кажется, да, остальные конечно. Послы, наверное, ну, будут по-другому как-то действовать, а ты как-то искренне вытрешь, я буду молиться за наших футболистов. Конечно, я их очень люблю, я в них очень верю, я убеждена в том, что все у нас получится. Всему свое время, да. Ну, теперь, да, теперь-то, я думаю, что повнимательнее отнесутся к тебе, и в том числе и наша сборная, да, учитывая, что ты приносишь удачу и в футболе тоже. Я хочу с тобой немножко поговорить вот про что. Твоя жизнь, твоя биография, пусть еще и не такая огромная и насыщенная, там, ну, это и хорошо, все впереди, она, в общем, уже такая примерная для многих и показательная. Но хотя бы взять даже тот самый факт, что когда ты очень уже решил для себя, что ты хочешь заниматься музыкой, но ты не смогла поступить в музыкальное училище. Однако да, был момент. И страшные слова «у вас нет слуха», они прозвучали в твой адрес, да? Но, ну... однако...
ты не остановилась на достигнутом, ты продолжала заниматься, поступила в консерваторию и окончила ее. Да, это спасибо огромное родителям, потому что без их поддержки, без их веры, без их правильных, наверное, нужных слов на тот момент, я не знаю, как бы случилось и как бы все произошло, но я думаю, что я все равно бы занималась музыкой. Даже... На том уровне, на каком бы занималась. Да, но я никогда не хотела бросать музыку. Просто когда ты всей душой ждешь момента, что вот, я сейчас поступлю в училище, я стану гениальной пианисткой. На тот момент я хотела поступать на фортепианное отделение. И тут все твои мечты рушатся. Но, ты знаешь, я думаю, что это, во-первых, было еще и детское восприятие. И потом я поняла, что не совсем чистоплотно был педагог. И она хотела много как-то... факторов сложилось. Ну, да, все это сложилось. А в конечном-то итоге, согласись, это все как раз было для того сделано, чтобы тебя на свою дорожку вывести. Да, 100%. Видимо, это была такая проверка. И я помню, что у меня дедушка мечтал, это который у тебя блистательно вальс танцует. Да. Да, правда? Он хотя был экскаваторщиком и был первостроителем моего родного города Нижнекамска. Он прекрасно танцевал вальс, он умножал... Он с кем? Он с бабушкой танцевал? Да. Ну, у них же были раньше клубы в деревнях. А, вот конечно. Что. Вот. И он, я помню, умножал трехзначные числа на трехзначные. Вальсируя. Вальсируя. Да, вот у меня такие прекрасные были бабушка. Бабушка у тебя пела, родители, в общем-то, к музыке особого отношения не имеют, они у тебя строители, занимаются другой деятельностью совсем. Да, профессионально они никогда не занимались, но у мамы прекрасный слух, она прекрасно поет, и она, видимо, по своему опыту, когда в детстве она тоже хотела пойти в музыкальную школу, ей сказали, что ну что-то она там не смогла прохлопать, ее не взяли. А потом, когда купили инструмент для моей тети, для родной сестренки моей мамы... Которая тебя, кстати, отвела в музыкальную школу. Благодаря ей я и пришла как бы в музыку. Моя мама прекрасно подбирает мелодии все. Даже сейчас она может сесть за инструмент и подобрать любую песню. Ну, это очевидно, что слух есть. Да, ну и как можно сказать, что у человека не было слуха? Ну, вот так все в жизни. Ну, у тебя же еще и брат есть, который тоже очень творческий человек, при этом он... Кандидат технических наук. Вот, спасибо тебе, да, что ты сказала. Да, я помню, что я даже учила как-то его дипломную работу кандидатскую, там 14 слов, но я тебе сейчас их не скажу, потому что я их уже забыла. Ну, в следующий раз, я думаю, что наша встреча будет часто, да. И вы вместе с детства рисовали, пели. А мы вообще с ним друзья. Он меня на 3 года старше, он мне всегда помогал, мы никогда с ним, в принципе, не дрались как-то так, знаешь, чтобы вот по злому. Ну, какие-то у нас были, наверное, потасовочки, но так, детские, малюсенькие. И он, между прочим, первый сказал, что я хочу пойти в музыкальную школу учиться на баян, потому что его друг пошел. И мама говорит, ну, хорошо. И в этот год, точнее, до этого мама сказала, что мы не поступаем никуда, потому что далеко ездить. Она не будет с нами возиться так, мучить детей из одного конца в город в другой. И на следующий год мы переезжаем буквально в 5 минутах ходьбы от музыкальной школы. И опять судьба. Да. Так складывается. Да. Скажи, твой брат Ильдар и родители, они одобряют все твои поступки, одобряют все твои работы новые какие-то, за которые ты берешься? У нас всегда все происходит в диалоге. С самого детства у нас есть семейные советы. Как это правильно? Да. Молодцы. Даже если мы с чем-то не согласны, каждый высказывает свое мнение. Я, конечно, очень своенравный человек, упертый. Ой, со мной было не очень легко, маман, потому что каждый месяц у нас были профилактические занятия. Так, я боялась это этого слова. Все это беседы. Все это беседы. Она мне говорила, Казан, это дочка, так, дочь, надо поговорить. И для меня это было самое страшное. Думаю, ну все, опять явно мне сейчас попадет. Явно там будет не похвала, да? Да, но благодаря этим разговорам, наверное, как-то все... Я стала тем, кем я стала. Меня всегда поддерживали, мне это очень важно. Я предлагаю нам сейчас послушать твою новую песню. Называется она «Ты свет». Клипа пока нет, но мы сами сделали. Надеюсь, тебе понравится. Да. И запускаем. Давайте. 20 секунд, пока идет вступление. А может быть, ты успеешь рассказать пару слов? «Ты свет» написана композитором Леонидом Гудкиным. Прекрасный человек. Он бывший басист группы «Автограф». Угу. Песня есть на русском языке, что вы сейчас услышите, и на английском. Потрясающе. Да. Премьера в эфире телерадиоканала «Страна FM». Эльмира Калимуллина. «Ты свет». Ты со мной, ты не сон, и я других
бываю так легко. Я в невесомости парю так высоко. Ведь ты вернул мне сердце, за тобой я лечу на свет над землей. Страха больше нет и сомнений нет, есть свет наяву, не во сне, первым лучом на снег. Ты свет наяву, не во сне, ты на все вопросы мой ответ. Там на дне твоих глаз, где я ищу тебя, ты как воздух в новый мир ворвался в космос мой, надеюсь, навсегда. Ведь ты вернул мне сердце, за тобой я лечу на свет над землей. И сомнений нет, есть свет наяву, не во сне, первым лучом на снег. Ты свет наяву, не во сне, ты на все вопросы мой ответ. Ты мой свет, ты мой свет. Эльмира Калимуллина сегодня у нас в гостях. Эльмир, спасибо большое. Очень красивая песня. Мы тебя поздравляем с премьерой. Пусть эта песня живет долго-долго. И пусть обязательно появится твой собственный клип на нее. А. Ну, когда появится у тебя, собственно, время от твоих различных всевозможных проектов. Скажи, пожалуйста, у тебя же был опыт родины. Да. Даже участие прям в шоу. Это все было дело в Казани. «Отряд смешного реагирования» называлось наше шоу. Нас было трое. У нас были клички. Я была Кудряш, Руслан Халитов был картавый, так как он действительно картавый. А и... кудряш ты? Потому что ты действительно кудрявая. Я кудрявая, это я сегодня просто так вы меня красиво уложили. Так, картавый, кудряш и... И Ильнур Мухтов, мы его между собой называем Пухтов, потому что он у нас немножечко такой пухленький. Да. Вот, так что я им привет передаю, если они меня сейчас видят, слышат. Ну, в общем, это тоже теперь такая с недавних пор твоя любовь отдельная. Это моя любовь, это отдельная страна, действительно. Я очень скучаю. Нам было так весело. Сначала было не очень просто. Мы готовились к первому эфиру, я помню, практически месяц. Мы собирались что-то, придумывали, какие новости, какие шутки. А потом уже ближе к тому, когда мы как бы раскочегарились, нам хватало буквально дня 2-3. Тоже уже пришел опыт. Конечно, набили. Это так весело.
Я очень скучаю. Ну, сложно, конечно, совмещать все это. Однако, я думаю, что если так как-то грамотно спланировать, все возможно. Да. Я думаю, что ты еще все впереди. Это как никто знаешь, конечно. На каких языках ты на сегодняшний день поешь? Русский, татарский, это разумеется. Русский, татарский, английский, итальянский, французский. Испанский. Если что-то тебя попросить исполнить, что? О, да. Я, кстати, можно? Недавно начала изучать испанский язык. Я смотрю сейчас программу «Полиглот» называется. Так, я вообще очень люблю испанский язык. Ты собралась покорять испанский кинематограф или шоу-бизнес? Ну, так для себя, потому что мне очень он нравится. И я очень люблю песню «Деспасито». Но, правда, сегодня она будет звучать немножечко в другом жанре. Ну, это даже академическом, классическом. Ну, конечно, классическом. У нас же в гостях оперная певица, друзья, поэтому внимание. Да, я тут шпаргалочку такую. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deje que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudar tus besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto, a este cuerpo todo más conmigo. Despacito. Браво! Я не знаю, существует ли еще версия в мире этой песни на академическом... Мне кажется, впервые. Сегодня состоялась премьера именно у вас. Ну ты умница, тебе надо сделать обязательно. Нет, конечно, наш фрагмент появится в интернете тоже. Но тебе надо записать прям клип, если ты в Испанию прям собралась очень чутко. Ох, мне кажется, сделаем. Меня уже Анна Михайловна давно мотивирует, что давай, давай запишем, давай запишем. Вот после этого эфира мы, мне кажется, сразу же пойдем. Скажи, и в машине запишем клип. Ну а как же родная, дорогая, любимая Республика Татарстан, которую, я знаю, ты очень глубоко любишь, уважаешь, да, и ценишь. Конечно, это мой родной дом. Когда ты говоришь даже о Республике Татарстан, о кухне, о музыке, о традициях, неважно о чем, все, ты совершенно другая становишься просто. Ну, у меня ощущение, что я погружаюсь именно в ту атмосферу дома, я скучаю, я люблю, я очень часто там, и вот буквально через несколько дней мы полетим снова в Казань на выступление. Я очень люблю свою родину, я безмерно благодарна той поддержке, которую мне оказывают, ну, во-первых, родители мои, и у нас очень добрые люди, и мне очень радостно, что никому, им не все равно, что происходит со мной. И мне очень многие пишут и в социальных сетях. Кто-то предлагает песни, кто-то предлагает свое участие там в том или ином вопросе. Я очень рада, что мы так тесно связаны. Ну, конечно, а потом нельзя быть тебе неблагодарными за то, что ты с татарской культурой знакомишь весь мир. По возможности, где ты бываешь за границей, да. Ты исполняешь песни на родном я языке. Я горда этому безмерно. Для меня это, правда, большая честь. Во-первых, я очень люблю нашу культуру. И с самого детства я воспитывалась именно на татарских народных песнях. У меня прекрасно пела моя бабушка. У меня даже прабабушка в сельском театре работала, выступала. И, конечно, это моя неотъемлемая часть жизни, это моя душа. И бывают моменты, когда я полностью погружаюсь в эту атмосферу и даже перестаю думать на русском. То есть у меня постоянно выпрыгивают какие-то татарские слова. Если ты обратила внимание, даже в интервью, когда ты даешь, неважно, где, в Москве, иногда бывает, что ты используешь это. Да, есть такое. Спасибо тебе огромное за чак-чак, за это угощение. Я очень рада, что вам понравилось. Ты везде рассказываешь, что ты потрясающе сама готовишь. Очень хорошо и любишь татарскую кухню. С детства меня тоже приучали. Твое коронное блюдо такое. Или вот давай так, кто, во-первых, твое блюдо и блюдо, которое, как тебе кажется, ну прям самое-самое-самое отменное в татарской кухне. Мне кажется, вообще у нас в семье женщины очень хорошо готовят беляш. Это есть даже анекдот такой, что такое татарская кухня, там, эшпашмак, треугольник. Ну, это, говорит, тесто в форме треугольника, а начинка картошка и мясо. А что, говорит, такое беляш? Это тоже тесто, но с начинкой круглый. Мяса и картошка. Вот, поэтому одно из самых наших коронных блюд — это беляш. Очень вкусно. В следующий раз приду,
наверное. Но ты готовишь, да? Скажи. Я ты готовлю. Сама. Когда у меня есть время, я обязательно готовлю. Я вообще очень люблю домашнюю пищу. Ну, абсолютно правильно. Очень такое красивое, хорошее воспитание для девочки. Поэтому здесь, конечно, и родителям спасибо. Твоим да. огромный привет, нижайший поклон. И что еще должна сказать, Эльмирочка? У нас, к сожалению, время подходит к концу. Да, я тебя уже? Хочу поблагодарить за то, что ты пришла к нам. Успехов хочу тебе пожелать и на сцене, и на съемочной площадке обязательно. Спасибо. И в спорте, получается, так, да? Эй, Оля, наши вперед! Ну и, в общем, во всех твоих делах и планах, и даже родийных, все, что у тебя появляется, обязательно исполняется. Мы тебе всегда рады. Спасибо тебе еще раз огромное. Да, я бы тоже вам хотела сказать огромное спасибо за такой прием. Для меня большая радость видеть песни и клип на вашем телеканале. И вообще у вас прекрасная атмосфера. Приезжайте в Казань. Будем, непременно. Да. Друзья, ну все, Эльмира Калимуллина, спасибо огромное, Эльмира. Спасибо. Спасибо. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ».